Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня я ездила на бесплатку, где много всего дают, очень хорошая. Она от меня 50 минут езды, но это того стоит. И сейчас все я вам покажу, что в этих пакетах. Ну, вот первое я покажу. Смотрите, какой большой пакет. Это корм для собак. Там было два пакета. Один пакет был такой для маленьких собак, а это для больших. У нас как раз большие собаки. У нас две собаки, немецкие овчарки. Сейчас я скажу, сколько здесь. 21 килограмм в этом мешке. Так что наши собачки с кормом. Так, и начнем. Вот салаты. Это шпинат. Два таких пакета больших шпината. Конструктор еще, конечно, стоит до вида. Так, затем вот такой маленький бэби шпинат. Вот такой салатик. Пакет в этих коробочках такой. Это замороженная картошка. Кстати, можно попробовать на сковородку. Это яблочный сок. Тоже салат. Это тоже салат. Почему-то мне все пишут, почему ты на ту капусту говоришь так, на салат, на ту. У меня все, салат и все. Я не буду там перечисливать брокколи, там белокочанная какая-то там. Все салаты. Так, это чипсы. Один пакетик где-то взялся. Помидоры. Я думаю, кто много давно уже со мной, тот знает. Эти помидоры с магазина Костка. Я их покупаю часто. Костка, такие помидоры. Так, дальше идут вот такие. Такой хлеб. Так, дальше вот идет такой фрукт. Я такой фрукт никогда в жизни не видела и не кушала. Смотрите, какой он. Вот. Я сделаю, постараюсь сегодня сделать отдельно видео на него и покажу, какой он внутри и какой он на вкус. Потому что если я сейчас буду делать, то будет очень длинное видео, что я сама не люблю смотреть в кого-то длинные видео. Так, лоток яиц. Это у нас здесь идут кукурузка, зеленый горошек, равиоли, как бы пельмени. Это супчик куриный. У меня на канале тоже есть, я все это открывала и все показывала. Кстати, очень вкусный этот зеленый горошек. Такой сладкий, классный, короче. Так, вот такой хлеб. Очень вкусно поджарить его в тостер и с крем-чизом помазать, и с кофе, или с чаем. Дальше, начнем пакеты. Начнем. Это тоже с магазина Костка такие. Да, пис-чиз. Так, начнешь с пакета. Здесь у нас идут бананы. С этих бананов очень вкусно делать банана-бред. Есть у меня на канале, я пекла. Очень вкусный. Капуста. Мивина куриная. Кетчуп. Соль. Вот такая колбаска. Папарони, это как когда делать пиццу, самому делать пиццу. Мы ее не делаем. Лук. Репчатый лук я взяла, потому что у меня мой очень что-то портится. Пакетик риса, белого риса. Так, и вот у нас еще что. Это я, там была такая полочка, что ты, стоят там продукты, Давид, не мешай мне, стоят продукты на полочке, и ты там выбираешь, там стоят, ну, что тебе надо. Я взяла вот этих две штучки, это как делать печенье и вот так украшать, вот такой крем, красный крем. Может быть, на Рождество будем делать какие-то печеньки на меру. Так, один пакет есть. У нас уже очень холодно сегодня. А наш папа босиком, босиком. Да. Бандеры. Ну а что, туфля-то нету, тапок нету. Что ж только у меня, у него нету. Крекер соленые, печеньки. Ой, а вот это цветы, представляете? Уже вот здесь немножко как бы привяли и их тоже завезли на бесплатку.
И я себе взяла вот такие цветы. Я вышла с машины с цветами, а муж сразу говорит: а кто это тебе подарил цветы? Да. Так, мы водичку их поставим, да? Так. И вот было одно зеркало, тоже там на полочке стояло. Я спросила, можно ли его взять. Она сказала, что да. Я сделаю отдельно, оно новое. Вот только здесь порватая коробочка. И это кто-то сюда... Да, даже Bluetooth здесь. Вот телефон вставляй, видишь? Смотрю, вставай. А. И я отдельно сделаю видео, тоже его покажу, как оно работает, все такое. Потому что если сейчас, то будет очень длинное видео. Так, это мыть посуду. Здесь кто-то сказал, кто-то говорил, я рву кульки. Но эти кульки здесь все даром, что я буду там развязывать. 4 туалетных бумаги, бумажные полотенца и 2 кусочка мыла. Одно мыло было из козьего молока. Женщина мне дала. И лаванда, да? О, это мое. Я люблю лаванду. Так, хлеб. Этот хлеб $9. Он мне часто бывает. Я его взяла, не знаю, 5 или 6. Я его ложу в морозилку. Мы такой едим. Он очень вкусный, хороший, классный. Клубника, пачечка клубники, салат. Это просто здесь, просто капуста. Сюда нету никаких там добавок, никаких сухариков. Это тоже какой-то салат из картошки, да? Что там, куда там? Так, дальше. А вот такой недавно я покупала в Костко. Это с Костко салатик. Грибочки. Красавчик наш. Рекс. Да, слышим. Какой же он послушный. Вот еще один салатик. Это тоже с Костко. Ой. Виноград. Какой-то такой длинный. Вау, какой сорт интересный, да? Вот такой виноград. И свежий зеленый горошек. Так, хлеб. Еще такой темный, черный, как я говорю. Там много всяких зерен идет, семи. Там и семечки, и так. Ну, очень вкусный. Это для собачек тоже. 3 баночки вот такой еды. Это от баночек отбилось. Это ананас. Ананас. Это еще картошка замороженная. Куриное мясо. Это хем. Это свинина, уже готовая свинина. Вот так, таких. Здесь 2 кусочка таких. Так, это показала. Капуста. Куда же это поставить? Сыр. А это куриное мясо, уже готовое, это с магазина тоже, и вот подарите. Это бифстейк такой, говядина. Вот, ой, это помялся, бедняжка. Хлебушек тоже такой мягкий. Вот еще 2 булки хлеба такого. Это уже сколько у меня? 4, наверное. Несколько уже раз подряд, я помню, сколько езжу, то давно не было этого черного хлеба. А сегодня хорошо, что был. Слава Богу, что был. Это овсянка. Я взяла... Там есть такая овсянка быстрого приготовления, а есть такого, ну, дольше. То я взяла эту. Быстрого приготовления у меня есть. Хлеб еще. Печенье. Очень вкусное печенье. Орео печенье. Шоколадное. Салатик. Салатик. Вот, если так рисуется, то здесь есть добавки такие, там будут внутри. Так. Капуста. Тоже капуста. Цветная или как? Тоже салат. И мука. Белая мука.
Фат-фри галлон молока, это обезжиренное молоко, я сделаю из него творог. Хлеб, супчик тоже, это упал оттуда, где эти. Ананас, вот такая банка воды. Так, а здесь, Мирося, я взяла арбузки, мы сделаем декорации себе на столик. Осеннюю такую, да, красавицы такие будут вот раз. Так. Здесь сладкий перчик. Да, такой красивый, красный. Это персики. Нектарин, персики, да не падай. И вот еще эта капусточка такая. Вот, красавица. Булочки, смотрите, какие мягкие, вкусные, свежие. И еще два пакета. Брокколи. Сахар. Пищевая сода, макароны чиз, это тоже макароны такие, вот такие два пакета макарон, и вот там тоже нужно было набирать, что тебе надо, я взяла, вот были мандаринки, лимоны, и даже были сегодня, смотрите, гранаты, тоже взяла. Такие. Так. Ореховое масло и 4 баночки тунца. Так. И еще один пакетик хлопья, рисовые райские, масло сливочное, соленое. И вот такие конфетки, желейки такие. Это они их так посортировали в пакетики. Вот так. Вот столько продуктов дали на 5 человек. Можно ехать 2 раза в месяц. Многие у меня мне пишут, спрашивают, кому разрешается. Всем разрешается. Кто хочет, тот едет. Кто не хочет, тот не едет. Конечно, миллионер не поедет. Богач тоже сильный такой не поедет. И это... Кто-то писал мне, что это только для эмигрантов. Нет, это для всех. Для всех. Нет, в Америке нет разницы. Откуда ты? С России, с Украины, с Африки. Ну, ты живешь в Америке, ты имеешь право все получать, все, что ты хочешь. Если, конечно, ты хочешь и не ленишься ехать, потому что это все время. Ну, вот так. Так что... Всем спасибо, друзья, за просмотры. Пишите, буду отвечать. Всем пока-пока. Сделаю видео отдельно про зеркало и про тот фрукт, который я тоже не знаю, какой он. Всем пока-пока. Спасибо.